Так, ну я ищу то место, где клуб «Этюд» отмечает турниром. Да, но где я это могу найти, это я даже я не знаю, где у кого... Так, церковь-то я нашел, а вот где гостиница, парк или что-то, отель-парк, или парк-отель, вот этого я, честно говоря, не знаю и пытаюсь найти. Ну, конечно, я немножко опоздал, спасибо улице Ивановская. А дом Вытичича, по-моему, 32. Это храм. Ну, хорошо. Добрый день, извините, пожалуйста. Не подскажете, где здесь парк-отель или что-то такое, управление делами президента? Вот, где-то вот улица Вытичича, 32 или 22. Да, вот. Значит, вот смотрите. Сейчас вы мне скажете в центр Москвы, потом поехать. Нет, я шучу. Это вот в той стороне, как вот, бы. Вот. Да, вот сейчас по этой улице пойдете, прямо. Перейдете трамвайные пути, дойдете до большой дороги, увидите там это самое будет. Это скорее большое здание какое-то, да? Ну, более-менее солидное. Но там прилично идти. Но что делать? Вот идите вот так. Да. И там еще спросите. Пройдете мимо префектуры, увидите большой такой сквер. А, вот него... там префектура, значит, да. Там, потому что они отмечают там 50-летие главы. Да, да. Значит, они там. Вот по этой улице идите, трамвайные пути перейдете, увидите Тимирязевскую улицу, на той стороне префектуры. И мимо нее и как раз. Вот туда иду. Нет. Вот идите вот по этой улице. А, вон по той. Вот ага. Спасибо большое. Да. Так, ну вот, как-то на карте-то все близко же. Все рядышком, что там где-то. Если брать хорошее уменьшение, то вообще там в пол сантиметра все укладывается. Так, ну вот это вот, кстати говоря, мой родной северо-западный. Нет, северо-восточный. Округ, ну машин нету, я, пожалуй, нарушу. Так, вот так вот, да? Ну вот, это вот эта вот дама мне все рассказала и показала. Так что я теперь так иду, ищу. Ага, вот там трамвай. Ну, надо знать свой округ, в конце концов. Здесь зелено и замечательно, заодно узнаю, где находится префектура. Да, называется это префект. Ага. Зачем назвали префект? Нормальное слово, глава административного округа. Ну ладно, с этим мы будем разбираться позже. Сейчас мне надо попасть на этот детский турнир. Хорошо есть Facebook. Он предупреждает. Потому что как-то утром я встал сегодня и спокойно решил, наконец, заняться чисткой канала. Я этим занимаюсь более-менее регулярно, но там Авгиева конюшня. Или, как говорится, конь не валялся. Так, ну вот этот вот. Интересно, вот эта улица Вытичича или нет? Ну, где-то... Ага. Ну вот, если вам интересно, можете пройти со мной по улицам. Нет, это улица Ивановская. Вот мы видим, что это улица Ивановская. Но я иду дальше. Ну, зелень, весна, акация. В детстве, живя в городе Караганде, где ничего, кроме акации, не растет. Не росло тогда. Сейчас получше стало. Вот мы эти желтенькие цветочки как раз ели. Это было очень даже вкусно. Наберешь целый карман вот этих вот петушков. А потом, когда уже появлялись стручки, из них можно было делать свистульки.
чем мы и занимались. И я и до сих пор могу такую свистульку сделать. Интересно, нынешние пацаны умеют делать свистульки из строчков акации. Ну или гороха. Я что-то... Так, вот теперь надо вот у этой дамы попробую спросить. Может быть, она знает. Извините, пожалуйста, можно я у вас... Где здесь парк, отель? Вот что-то такое. Где-то... Где префектура? Наверное. Префектура вот. Так, смотри, это префектура. Шереметьевский, вот прям, вот я сейчас по где вот машина едет. Вот туда, да? Вот пойдете, и как дорога закипает, завернете, будет отель Шереметьевский. Отлично. Там вот обычно молодожены фотографируют. Вот. А я как раз туда иду на шахматный турнир. У вас никто в шахматы не играет? Нет. А вы сами? Нет, я бегаю. А сколько вы бегаете? Для здоровья, для удовольствия. Ну, примерно час бегаете, нет? Примерно, да. И я тоже. Так что мы с вами, коллеги, спасибо. Так, ну вот, так, разобрался, и тут, оказывается, тут и бегуны есть, а вот смотрите, там вот какие-то замечательные дома, высокие, этажи по 16, а может быть и выше. Так вот это префектура, ну вот теперь буду знать, что это префектура. Так, теперь... Тот дворец, так, времени мне осталось 11, ну, за 10 секунд. 100-метровку я не пробегу, конечно, но улицу перебежать могу. Так, пошел дальше. Так, префектура. Так, не, ребята, это не... Это Северный округ, то есть я, можно сказать, за рубежом. Ну, ладно, все равно пройду. Хорошее у них здание префектуры. Так, и теперь мне в этот вот самый парк-отель. Ну, если я все перепутал, ну что ж, останется тогда моя прогулка в поисках детского шахматного турнира. Шахматный клуб «Этюд». Там Таня Огнева. Работает моя знакомая. Я, правда, был один раз только, когда ездил в кортеже Кирсана Илюмжинова по Москве. Был день шахмат. И мне так вот повезло попасть туда и проехаться. По-моему, 4 или 5 точек объехали. Интересное было путешествие. Видео так и остались. Все выложены в интернете. А вот... Так, ну и где он, этот парк-отель, и куда, как они тут заходят. Что-то здесь достаточно пусто. А главное, что нет никого народу. Так, вот это вот интересно. Ну и чего? И чего я тут? Ну, здесь вот птицы. Поют. Здесь какой-то домик. 33. А мне нужно 32. Так, интересно. Какие тут замечательные заведения, даже скульптуры. Ой, слушайте, смотрите, что здесь стоит. Похоже на Маяковского. Да? Ну такой ли был Маяковский, я не знаю. 33. Мне нужно. То есть имеет ли это отношение? Какая там дорожка-то? Вот эта дорожка сомнительная. Я, пожалуй, туда не пойду. А попробую обойти с другой стороны. Погода хорошая, солнышко. Можно пробовать. Ну да, к началу тура я опоздал, но там будет рапид, поэтому ничего особенно страшного нет. Если я и опоздаю, в конце концов,
приду чуть попозже. Ну, ребят, я не знаю, я честно вот искал здесь. Где это, так сказать? Так, ладно. Пока видео остановим.